Друзья мои, я всех приветствую на нашем строительном канале. Сегодня у нас тема не касаемая стройки, но касаемая быта загородной жизни. Ну, а если быть точнее, то это вечерние развлечения. Мои дети – чемпионы. Для любого родителя его дети являются, конечно же, героями. Сын каким-то неведомым мне образом постиг азы шахматного искусства. Начал ко мне приставать с этой штукой, давай поиграем. И я сейчас понимаю, что я начинаю проигрывать уже некоторые партии. Что-то я как-то уже ухожу в дебри. Сегодня из старого журнального стола мы сделаем шахматный стол для наших развлечений. И я уверен, что у нас это получится неплохо. Итак, давайте сам процесс. Что мы имеем? Это журнальный стол размерами 90 на 90, по-моему. И старые советские шахматы, которые нужно все почистить и привести в порядок. Начинаем мы с того, что берем наш стол и зашлифовываем его прям до деревянной части. В этом мне помогут шлифовальные круги, которые я недавно себе приобрел. Ну и, собственно, шлифмашинки, которые у меня тоже имеются. Закупил целую партию дисков, начиная с 60-ки, заканчивая 600-кой. Можно и автомобили ремонтировать, и столы шлифовать. И ушло, кстати, очень даже немного дисков. Вот 600-ик. Ну это уже прям такой нежный-нежный. Друзья, еще забыл сказать про вот такой вот важный момент. Медок. Алтайский, настоящий, васильковый, дягилевый и разнотравие. Вот в данном случае у меня в руках дягель. А еще есть в наличии, его осталось совсем немного, но медочек у меня есть. Поэтому жарковский-мед.рф, делайте заявочки, я всем вам отправлю. Да? Едем дальше. Снимаем краску до основания, и второй задачей будет болгаркой, специальным диском для дерева, выбрать те места, где мебельный щит рассохся. То есть я прорезаю эти места, замазываю специальной шпатлевкой. Кстати, мебельщики советуют не использовать мебельную шпаклевку, а брать автомобилку. Ее так и называют автомобилка. Она автомобильная, потому что у нее меньше усадка и лучше она закрепляется на дереве. Я взял, короче, мебельную и прошел на два раза по дереву. После чего опять это все шлифуем, наносим грунт или можно первым слоем краски. Лучше грунт. Тут есть одна небольшая поправка, за что меня, наверное, кто-то может и поругает. Взял я краску по металлу, ну у меня просто такая была, я взял ее чуть побольше, чем нужно, и поэтому ее буду использовать. После того, как она высохнет, мы будем наносить другие цвета. Крашу я всегда по два слоя. Ну так просто лучше ложится и красивее цвет. А пока краска сохнет, мы с вами зашлифуем шахмат. Для этого я из дрели, простой дрели, ну или по-другому это миксер, я придумал такой незатейливый аппарат. Вращается шахмата, в это время подставляю наждачку, и у меня она шлифуется. Пока играет музычка, происходит весь этот волшебный процесс. Итак, шахматный стол. Он из дерева. Я, наверное, буду пренебрегать всеми правилами монтажа красочных покрытий на деревянные конструкции, но, тем не менее, грунтовать его я не собираюсь. Я уверен, что у меня все получится. Да простят меня ребята из компании Certa, у которых я беру постоянно краску. Вот данный вариант – краска молотковая по ржавчине. Гарантия, кстати, до 11 лет, но она по металлу. А теперь сама суть нашего сегодняшнего месседжа. Я буду покрывать ей шахматы, покрывать ей шахматный стол, и я
уверяю, что эта краска ляжет идеально. Хотя продавцы в магазине мне сказали: Денис, так делать не стоит. Тебя может вздуться, может отщелкнуться и так далее. Но давайте проверим и все поймем. Итак, стол, который мы с сыном планируем делать для наших шахматных развлечений, я буду красить молотковой краской по ржавчине, по металлу, хотя он деревянный. Конечно же, стол я полностью зашкурю до дерева, до самого дерева. А шахматы как получится, потому что они такие фигуристые, что, наверное, шкурить их будет тяжеловато. Но посмотрим. Все, поехали. Круто. Нравится? Ага. Ой, прикольно. О, а как ты сделал полосочки? Ну, очень аккуратно, кисточкой. Я же худграф закончил. Художественно-графический факультет Бийского педагогического института. Маркером каким-то? Нет, кисточкой. Нет, может быть. Да нет. Я тоненько кистью. Нет, маркером, да. Прям согласна. Очень тоненькая кисть должна быть. Это была очень тоненькая кисть. Чё, Джек, нравится тебе? Теперь осталось на шахматы с нижней стороны приклеить кожу. Кстати, такой лайфхак для тех, кто, может, не знает, как это сделать. Кожа приобретается в простом обувном магазине этих кожных работ мастеров. У них дециметр стоит 70 рублей. На наши задачи надо всего лишь 600 рублей, но моя любимая жена, как обычно, взяла чуть побольше, на 1000. Ну, сошьем и сапоги. В общем, клей подсох, стол готов, и маркером я, видели, да, серебристым протянул его периметр, так стало более красивее и аккуратней, и я готов вам показывать, что получилось. Ну, извините меня, что видосы такие короткие, просто сейчас у меня работа идет серьезная, мощная работа. Я кайфую. Это супер. Могу рассказать. Давай в следующем видосе. Да, в следующем видосе расскажу. О чем? Сейчас вам покажу, что получилось. Но по мне так это просто пушка. Мы с сыном уже потренировались, поиграли несколько партиек. Играет он очень классно, мне нравится. И это как бы и журнальный стол сейчас такой. Не смотрите, пожалуйста, на диван. Я его тоже буду сам перетягивать в дальнейшем. Кстати, смотрел тут аналитику на ютубчике. 70% смотрят видео без подписки. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Вам просто тогда будут уведомления приходить о новых выпусках. Теперь у нас есть журнальный столик. У нас есть настольная, хорошая, качественная, интересная игра. Так все получилось. По моему мнению, мы вернули в строй игрушки, которые уже
были на выброс. Ну, восстанавливать, я не знаю, показал, нет в кадре я, как их восстанавливал, но переклеивать пришлось очень много. Друзья, ну, это все, что я хотел сегодня вам показать. Увидимся, наверное, теперь с вами, ну, буквально там через пару дней, через пару-тройку дней. Все, пока.